Уже была, я съел. Первый кто танчит? БДК. Кстати. Потом паладин, да? Да. Потом ты. И чудовища не чета героям Альянса Тирион. БДК готов соловить. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно... В лужах только не стойте, РНЖ всегда соблюдайте. На этих всех трех боссах нужно всегда быть на РНЖ. И танчить нужно его боком, БДК. Не стороны не стоит в лужах. Алпич, Марк, не стойте в лужу. Сейчас дверь расстегнулся. О, бля, Магнотар, забирай босса, босса забирай, босса забирай. Пать колотить, давайте бейте, сейчас два танка будем. Не спекнулся. Тебе что каплю там? Ты главное прожимай. Дай корону просто по БДК. Сюда тоже хорошая идея. Сейчас так добьем. Блять, поднимите БДК. Поднимите БДК. Ой, Вара поднимите, Вара, извиняюсь. Вара, поднимите кто-нибудь. Забафайте его. Потом. Поднимите Вара, поднимите кто-нибудь. Вара, поднимите, пожалуйста. Это танк наш. Алло, у нас два танка. Я кого танчу, право, лево? Ты, Вара, танчишь лево, БДК правого. Бейте этого правого, давайте Гер. Гер, давайте. Забафайте. Левого бейте. Левого, ой, блядь. Ладно, бейте левого. Лучше отводи. Лар, забери, пожалуйста, босса. Лар, забери, пожалуйста, с этого, с БДК босса. Лар, забери, пожалуйста, с БДК босса. Пробегайте по рейду. Убивайте его. Надо было, блядь, так выхануться. Сначала нужно выбрать цель. Ой, нужен еще кому-то. Потом БДК заберешь ты сейчас, босс. Забирай БДК. Давайте уже чешует. Все, бейте следующего. Мужа. Пипец, одел танка шмот и ДД спики танчу. Там пал, по-моему, стаки скидывал. Давайте добивать так, Лар, ты заберешь босса. Ну ладно, добивайте. Танчить кто? Лар, ты будешь танчить. Него на пул дайте. В воздухе повеяло ледяным дыханием следующего бойца. Кто-то там еще его поднял. Пул на него дайте. Надо подождать. Я пока не могу поверни тебя, не сдох. Снимайте вступление. Я пока не могу прочитать это заклинание. Да, ДПС у нас не огонь.
Мне тоже убегать. Иди, Холик. Угу. Лут поставь. Не, здесь пускай руковой. Все равно ничего не надо. Кому что надо, заметить. Идите, кому что надо. Чё рецепт ролит, как? По ролу. Не запускайте пока босса, поднимайте павших. Сейчас провафаем их. Шмотки по спеку ролим или кому что надо? Даже если на спек тоже жмите нужно, потому что люди распыляют и, ну, шмотки могут пойти на распыл. Давайте им баф тоже. Черничку еще поднимите. Так, Вард, ты если что на трэше будешь, я спекну здесь тут ДД. Давайте сейчас провахаем. ШП помогает и вырывать стаки. Когда будет вулкан, сначала здесь спалите стаки, потом уже можете переключаться в вулкан. И БДК. Если это тот, усиление рунического оружия, пожалуйста, не пережимай. Когда появится вулкан, прижимай руническое оружие и вызывай этих своих бомжей. Чтоб они все были в них зоне. Ну что, так в пути и пойдем, что ли? Не, здесь я уже поставлю на себя. Слинчик. Хорошо. Сейчас великий чернокнижник Ирнджу тоже, пожалуйста, возьмите. Хор, я надеюсь, ты здесь. Бля, кольца не сильно. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Да-да-да, вулкан появится, прожимаешь руническое оружие и вызываешь войска. На тебя сейчас напулит хант. Так что Ирони сорвут. Рога тоже кинешь на пол на него. Порталы, вулканы все бьем абсолютно. Великие рабдашники. Гим на хп, если что, я скажу. Алпич, ты отдашь гим на хп. Герои, расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство. Перед вами Джараксус, повелитель пылающего легиона. Надо ждать. Сота будут. Заливаем. Джеста хилить. Вливайте порталы. Иди их мидзу зону. Ранжу, пожалуйста, возьмите. Шамановые хилы, что-то близко стоите. Вот цепуха проходит. Таби, стань, пожалуйста, подальше. Во. Велар хилить будете? Молодцы, хилы. Дайте гим на хп, гим на хп. Алпич, дай гим на хп, алпич, дай гим на хп. Вот
Мисал хилите, мисал. Что вы захилите там, да? Да, сало просто было. Давайте следующий. Вулкан, бейте вулкан. Вулкан, заливайте сейчас все. Еще гимн на хп дайте, еще гимн на хп. Еще все гимн на хп дайте. Дайте гимн на хп, заливайте тершак, тершак заливайте. Таби, хильте, таби, хильте, таби, захиливайся сам. Давайте этих мобов. Рогу хильте. Ой, води дека, там подальше води его. Сука, я бабу награжал, там был мой косяк. Велики, не стойте, я поменяю лут. Врата бейте сейчас, врата заливайте. Черничку хильте. Беги, малышка, беги! Давайте уже босс. ДК хильте там. Паста потом, те, кто там ходит, 2-3 КГСа будете заходить на нормальных чарах. Потому что ДПСа нет. На вальках уже можно заходить. Вот и пала ваше утешение. Скажешь, кто там выше? Подлые собаки Альянса. Вы выпустили... Кто выше? Джесс, может, уступишь, братава? Альянсу не нужна помощь. Это Рдруже. Но ж как бы Рдру что, нормально идет? Да. Да. Никакого заговора здесь нет. Рецепт. Мисао выше. Так, сервер? К Мисао или Джест? Мисао выше. Просто тогда... под конец как бы вам. Тогда давайте Мисао. Не дается, ну значит твоя. Это надо кому пояс? Она на всем городе. Надо кому эти ступни. Есть. С центра пока отойдите. Сейчас я запущу. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Так. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо. Да будет так! Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Эй, ты можешь туда дать на ману мне? У меня ману ноль. О, спасибо. Сейчас отпоем. Так. ДК, твоя звезда. Я заберу на себя кружочек.
Авара ты возьмешь на себя. Все. Твоя лучший воин. Треугольник. Кто? Ты? Угу. Ты свой ник назови, кто это сказал, я же не знаю. Ты как? Там ты? Воином, потанчу воин. Хорошо, тогда ты возьми на себя звезду, а ДК возьми на себя кружочек, я возьму на себя треугольник. Так, сейчас, секундочку, дай себе гляну, кто там из вас присты, слабо одетый. Кра 5,7. Ладно, Кра, ты будешь диспелить массово, слышал? Массово что, диспелишь? Все, отлично. А Алпич? Ты диспель, пожалуйста, точечно. Так, где наш товарищ Лок? Вот я его вижу. Все. Первым будем заливать звезду, танки, запоминать свои цели. Потом будем заливать ханта. Где он там тусуется? Вот он. Кружочек. Потом будем заливать сову. Ромбик. Фиры, пожалуйста, тоже по КД давайте там. Локи можете тоже фирать, особенно хилов. И шипешки тоже кидайте, сферы вар тоже можете килом чарпой. Ну и все. Пока только 3 их слейте, потом я дальше буду ставить метки. Диспелит не забываем. И еще. У нас есть МК. МК, ты если что, потянешь звезду на себя. В центр. Рейс, если что, стойте пока тут. Вот где вы сейчас стоите, РДСики, тут и стойте. Вы отсюда будете доставать спокойно до этой звезды. Никуда не бежите. Только хилы могут к нам подбежать. И Лок, пожалуйста, Локи тоже поставьте своих петов на диспел. Привет. Есть места в рейде? Фул. Аль. Это, если что, подожди, не уходи. Я, если что, ДК заменю на ласте. Ну, пока на чемпионах посидишь еще. Последний чек. Каноби, ты здесь? Да, да ласта посидишь, ну мы сейчас. Братан, да, прикинь, да. Поставил ставку на Реал на 3-1 счет. Ну вот, сейчас бабки получишь. Все, в общем, все готовы. Танки, поехали. Бейте звезду. Потом кружочек сливайте. Кружочек идите сливайте. А Грегор, ты танчишь вообще? Он не танчит. Поднимите стоунхолик, вот поднимешь. Ну убейте кружочек, что там с ним? Ты вообще диспелит? Потом ромбик заливайте. Потом ромбик заливайте. Думаю, ну не может там-то не действовать. Шамана, ты сам встанешь? Нет. Поднимите шамана, поднимите. Ману мы еще залили. Прыжки рога постоянно. В мага потом переключитесь. Звезду. Можете уйти, пожалуйста, треугольника подальше. Я не могу его забрать. Вы вечно стоите в этом центре. Подальше отойдите и все. О. Бейте потом кружочек. Кружочек потом залейте.
Ты игра, отойди тоже подальше. За тобой вечно ДК бегает, я не знаю, что с ним делать. Кружочек бейте. Уйди далеко, Икра, уйди далеко, Мисал тоже уйди далеко. За вами сейчас ДК побежит потом. Потом приста зальете звезду. Бейте звезду. Кира, но это уже не лучший вариант, конечно, для тебя. Полипало бейте. Ты уже этого ДК. Блять, я заебался за ним уже бегать. Убейте его уже наконец-таки. Убейте, пожалуйста, ДК. Дай ему стан. Убейте его. Отбейте сначала ДК. Потом полипало убить. Все, бейте, потом полипало. Пошли тирогу гасить. Можете их вместе сводить. Озвучьте, пожалуйста, у кого утешение? Он должен быть у Мисао. Но Мисао не передается, сказали. Ты можешь мне уступить утешение? А она на съемку ролила. Что? Как человек с гильдии может ролить на учат? Кто тебе сказал, что он на учат? Нельзя в кирейдах ролить друг на друга. Да, манеру. В кирейдах тем более. Ну, у меня ПР как бы повыше, чем у этой искры, или как ее там? Ребят, я строила утешение, можете мне дать ГП за это и отдать утешение Икре? Я получу ГП за утешение, но я просто хочу его отдать Икре. Хорошо, да начисляйте тогда ГП, давайте Икре и шкаф поставьте. Так, кто был выше по первой, она или Джест? Она. А, если она, то давайте туда ей. Поставьте шкаф. Это... Че? Сейчас, подожди-ка. Это Намочиманту. У тебя никого нету, да? Не. Ну, мы тебя уже тут поменяем, потому что уже все. Это максимум, сколько я, да, куда я вас могу довести. Потому что у нас слишком много этих вагонов. Так, Канобио, кто у тебя есть там, напомню? Все, кроме Друля, Роги и Ханта. Сейчас скажу тебе заказать. Давайте, пока. Заходи за своего, не знаю, за ШП заходи. Окей. Чить надо кому? Так, Черничка, у тебя там кто есть, напомню. У меня ШП Паладин. Заходи на Паладина. А, маг у тебя есть, давай на мага тогда. Угу. Возьмите там, это у нас там один чел, ему
порога, если не ошибаюсь. Возьмите там, к кем он там хотел пойти. Да я уже не знаю. Перекиньте и суманите. И дадите еще канон выпать. Черничка, заходи за своего там паладина. Захожу, либо за мага. Я выхожу уже. Угу. Ты на ком? Мы сейчас на Вальках будем. Ваня, привет. Привет, привет. Так, черничку окип, она сейчас зайдет. Инвайт, кинь мне. Инка, кинь ему инвайт. Пускай присанет. Присанет там, ну, самый паладин в гильдии. Полчат, ключик поставил. Так, кто у нас тут еще в огонь? Искра. Ну, искры никого нету. А ты скажи, ты чё, просто бегал и бегал просто, да? Или что? Так, давайте ещё шипы засмоним. Так, шипы здесь, даем ему тоже баф. И магу баф тоже даем. Всё, вроде бы у нас больше вагонов не было. Дайте им тоже бафы, сейчас я запущу. И кулак повалил. Это Магнуатар, у тебя есть там ДД спек? Арвс. 6-7. Mm. А ты затанчишь Вальку? Ты знаешь, когда прижиматься? Да он ПВЕшный. Что ты паришься? Могу затанчить. Ну тогда я спекну ДД. Не баф, не транспер. Сейчас я бафну. А я танчу сейчас. Ты будешь танчить левого. Только возьми белую сферу, пожалуйста. Сейчас я все дам. Сейчас, стой секунду, пожалуйста, а то, ну, у меня новая волка, я интерфейс настрою, минуту буквально. Давай, и дайте, пожалуйста, бафы попристану. Есть у кого... А, у меня все есть. Сейчас, секундочку. Так, давайте еще один чек. Я готовлюсь, ты чё? Стой, секунду, нет. Юниус Лерн, ты здесь? Хан, ты тут? Юнит, все, все готовы, танк, идите. Там хила посадил на меня, да? У нас тут 6 хилов. Я просто далеко вам ответить. Скоро спецспособность будет. 2 секунды. Бьем дальше. Тебе танк не надо было менять. Почему не надо? Я с белым дам.
танки не меняю. Да какая разница, урон лично зачем? Счет на спецспособность видит. Меняем, меняем, все меняйте. Все меняйте. Убивать лживо. Все-таки есть еще порох в пороховницах, не, блядь? А что там дамажит, три кнопки нажимаешь на снег? Просто батя, батя в здании. Ага. Это да. Это уже второй самогон, что ли? И тут батя, и этот. Можете запустить. Милая девочка, пожалуйста, не равняйте меня с этим школьником. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды? На мейнроли, но и на... Так, ну это считай как на лов, этому танкам она не надо. Ну, Хуар победил. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем... Там именно запустили? Бог. Да. И разнесем в клочья остатки плети. Так а Муравин получается на мейнже роли? Бля, ребят, чего тут с наручами вы начудили вообще? А, он писал, что на танк? Ну, танк, как бы. А, ну отдайте ему тогда, если ему надо. Он на ДК писал, тем более. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать... Ребят, я власть врубил. Здесь ты пусть. Вард, ты будешь что танчить слева, я справа буду танчить. Поднимите шипы. Кто это сделал? Просто, сука, вот этот ДК, что это сделал, возьми, сука, и выкинься в окно, ублюдок. Ублюдок, мать твою, а? Ну это в натуре, без обид, типа, не обижайся, но это правда, просто покончи жизнь самоубийством, ты сделаешь этот мир лучше, и людство будет тебе благодарно за это. Людство. Кстати, я пошутил, когда сказал про «Альдистый путь». Дело кроется в другом. Дайте фулбаф, пожалуйста. Дайте ему фулбаф. И дух стаи до офни, пожалуйста, Хант. Каску, пожалуйста, дайте. Я ж тебе дал каску. Какую каску? Ты мне скажешь, что его вказываешь. Такая, если что, вот звезда, а тебе докидаешь СВП и поворачиваешь босс. Чтоб нам бежать далеко не пришлось. Последний чек. Нет рыбы. Есть рыба, подождите, есть. Последняя. Давайте рич хавать. Последняя. У нас БДК на боссе. Все, поели все.
трэш сводить будем? Ну, конечно. Блять, ну я спрашиваю, что я хуй его знает, как его убивать. Последний чек. Так я же тебе вроде нормально ответил. Искал слева, танчить, все. В общем, ничего не говорю. Все, танк поехал. Давай подбос его. Бейте трешак. Его нужно слить. Эту пачку всегда заливаю. Еще в станды дайте. Блять. Один же копался, да? Какая разница? Тупить его можно делать. Ой, закопалось. Следующую пачку тоже под босса, но весь дамаг давайте в босса. Ее можете не давать. Все равно закопается. Не держал прогнистость, ничего за нафиг. Даю стан сейчас. Хорошо. Лучше ДПС босса давайте. Бейте этих умов. Алпич не тебе. Блять, опять закопался. Бейте пока мелких. Заливайте тершак. Блин, сколько? Давайте, ауе. Вообще не заливаете, да? Молодцы. Косты не отбивают. Давайте заливайте. Все. Больше не будет. Сейчас босс появится скоро. Да как готов словить? Следующую пачку тоже под босс, ее нужно слить. Пускай ДЦшка даст дым на ману. Икра, дай ты. Дам слабовато. Заливайте эту пачку. Там пошел. Следующий тоже дам. Хорошо. Все, переводите босса. Сейчас будем с его в стороне танчить. Все, Гера, давайте и дайте Ригда просесть. Танков хилов на пол. Войта, давай ты первый чешку, давай. Ходи стану. Толстан. Следующий. Когда еще? Сейчас дам. Давайте добивать ему. Половить танк. Ну, 500 тысяч не хитил уже. Это хитить. Все, молодцы. Сука, ебучие аддоны забагались, блядь. О, власть упала. Власть надо кому? Надо. А
попал плазменный меч? Да нихуя, танковский. Давайте, yes. Рецепт. Ты там не поедешь, нет? Да, будет ЕП. Давайте мне миллион ЕП, бля, я заслужил нахуй. Давай, дай ему по губе. Я еще приеду, добавлю. А. В отец, я не тебя, в отец, ты еще что будешь делать? Да. Если здесь желающие, короче, вот, например, Антон Интерлюд, короче, блядь, пошли Тоша, блядь, десяточку Еру, как в старые добры. Пол двенадцатого ночи, да, это можно сходить. Ну, у меня пол пятого утра. Да я, Коноп, чтобы ты понимал, я сегодня 2 часа пацанов в резку 25 гер водил. Да, молодец. И как успех? Ну, оно стоило того, там лут хороший упал. Да, что упало? Чешка на милика. Тапки на танка и шея на милика. Ну, короче, этот самый, знаешь, что я скажу? Я знаю, что у тебя будет хороший ЕРЛ. Ну, тащи это. Будущее Dark Stars. За тобой будущее Dark Stars. Не то, чтобы будет, а я есть хороший ЕРЛ. Пуху кидал ЕРЛ. Мы. Не, это мне не надо, хрень. Просто... Ну, ты ролил, я тебе дал. О, дай мне этот лишь, мне надо еще таких 3 ребята. Так, кто там 10 гер пойдет этот самый, блин? Плюсанете мне сейчас по Magic Story. Это Юнистар, на тебя не видно. Рэво, дашь меч этот? Я по этой регалии вернул. Кому меч отдать? Ой, ну там. Дай. Кому регалии отдать на завоевателя? Престо, это обмен сейчас кину. Какому престо отдать? Да я ролил, танку варва, отдай. Сейчас. Шанан, дай ассист. Сейчас. Да, ребят, всем куда спасибо, тебе, давайте, счастливо. Что тебе отдать? Давай, пока. Пушку, меч, который. Да, тесак отдай? Вот под сценой Морвин, это с Альянса этот тип или нет? Тебя не видно, Магнатар. Я вот пытаюсь тебе дать этот меч и пишешь, что игрок не найден. Не, ну я рядом с тобой стою, кинь сам. Я-то... Я ща. А он в этом лежит же, как его? Я вижу. Возьми себе сначала.